выборы состоялись, и явка избирателей составила 74,8%. В выборах приняло участие в абсолютных цифрах 5 212 745 избирателей. Я могу сказать, что эти цифры совпадают в основном с той цифрой, которая имела место 4 года тому назад. Тогда явка, разница была в 0,2, 74,6, в отличие от этой. Хочу сказать, что депутаты избраны по всем избирательным округам 110, причем избрано в состав парламента 38 женщин, что составляет 34%. Сразу могу сказать, что это на 9 больше, чем 4 года тому назад. Таким образом, мы усилили гендерное представительство. Если говорить о тех, кто избран в парламент, то это следующие известные люди. Это чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Австрийской Республике и в Республике Хорватия по совместительству Валерий Воронецкий, который избран в городе Минске. Это очень известный доктор, директор Республиканского научно-практического центра отоларингологии Людмила Эдуардовна Макарина-Кибак. Это Игорь Марзалюк, который был членом Совета Республики, он заведующий кафедрой археологии. Михаил Милованов, заместитель директора Музея истории города Минска, певица Ирина Дорофеева. В парламенте будут представлены Либерально-демократическая партия в лице одного депутата, Белорусская патриотическая партия, 3 депутата, Объединенная гражданская партия, 1 депутат, Республиканская партия труда и справедливости, 3 депутата и Компартия Беларуси, 8 депутатов.